числа Сиабулов со своими друзьями. Рядом Димон, Миша, Женя, Руслан и Саня. Мы пялимся в ящик, верим новостям, видим вас каждый день. Знаем, как вы там. Понравилось, как вы наладили через всю страну. Понравилось, как с китами плыли, и что Москва в дыму. Видели, как вы сами тушили пожар. Вот это была тема, вот это угар. Мы верим в вас и в победу сильной России. Ваш план не читали, да мы бы и не осилили. Как говорится, кесарю кесарю, а вам наше. Посылаю вам от нас борща и каши. Вам виднее, что делать для нашего блага, чтобы гордо развивалось знамя русского флага. Для взрослого качественного досуга мы слушаем Гришу Лепса и Мишу Круга. На выборах, если честно, никто из нас не бывает. Народ и без нас вас сам выбирает. Ну кто, если не вы, по сути, кто, если не вы? Нагано по-мексикански знает. Несите изменения в вашу конституцию. Легализуйте для нас проституцию. А то в сауну придешь, а там одни крокодилы. Так и не сделать первый шаг без бутылки вачилы. Мы любим слушать ваши умные речи. И при всей ответственности на ваши плечи часто умудряетесь говорить смешное. Владимир, вы для России самое дорогое. Всегда все по делу, всегда вы правы. Не хотели бы прийти в жюри минуты славы или в большие гонки, что на Первом канале? Скажите, вас туда часом не приглашали. Правда, цены растут, но вы тут ни при чем. Сами наверняка знаете, что у нас почем. А то, что жизнь лучше не стала, так это ж не все сразу. Мы это понимаем, Вася, подай газу. Это письмо счастья, прямо из санчасти. Здесь Вася Обломов с пацанами, всем здрасте. Пишем премьер-министру и вместе с ним зависаем по полной и не ждем перемен. Это письмо счастья, прямо из санчасти. Здесь Вася Обломов с пацанами, всем здрасте. Пишем премьер-министру и вместе с ним зависаем по полной. Мы каждую неделю смотрим «Поле чудес». Леонид Якубович, ну реальный бес. Дайте ему какую-нибудь награду. Мы с парнями будем реально рады. У директора детсада ваш портрет в кабинете. Дети, это Путин. Смотрите, дети, прочитали в сети, что вы взрывали дома. Да ну, это какая-то ерунда. Да, у нас лицы, это во всем видеть руководство. Шаг влево, шаг вправо, начинается сходство. Кто не так сделал, денег наворовал. Ну, братцы, ну кто из нас не наворовал? Максимка в армии, барыжил солярой. Доктор Зубов лекарства подменял пустой тарой. Цветочек со струйками метрами выносили. Ну помнишь, было дело, скажи, Василий. Ведь главное со всеми грамотно делиться. Будь то врачи, паспортисты или полиция. Страна дает возможность, мы ее реализуем. Тупые трудятся за копейки, а мы рулим. Да, и пришлите нам по-братски iPhone 4G. Почты в России, в поселок Ижи. Ну все, клеим марки, отправляем конверт. Россия, Москва, Кремль, всем привет! Это письмо счастья, прямо из санчасти. Здесь Вася Обломов с пацанами, всем здрасте. Пишем премьер-министру и вместе с ним зависаем по полной и не ждем перемен. Это письмо счастья, прямо из санчасти. Здесь Вася Обломов с пацанами, всем здрасте. Пишем премьер-министру и ждем перемен.